По цвету металла, его деформации, обугливанию древесины они могут рассказать все о пожаре, где находился очаг, что стало причиной. Сегодня органам дознания МЧС России исполняется 95 лет. На выходных в Биробиджане в частном секторе сгорела баня. Возгорание произошло около трубы дымоудаления. К моменту прибытия сотрудников МЧС двухэтажное деревянное строение было охвачено огнем полностью. Восстановлению оно не подлежит. Дознаватели констатировали, причина пожара – перекал печи. С начала 2023 года в автономии зарегистрированы 40 пожаров. В прошлом году подобных несчастных случаев было 30. Среди причин – пренебрежение правилами безопасности пользования печным отоплением, возгорание электропроводки, а также курение людей в нетрезвом состоянии в постели. Старший дознаватель Вячеслав Тидрик работает с собственницей бани. В отношении нее составлен административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности. Последствия могли быть более серьезными. В случае ветреной погоды пострадали бы и соседи. Такие случаи у нас нередки, к сожалению, и они сезонные. Поэтому большая рекомендация, если мы говорим именно об эксплуатации печного оборудования, то есть не перекаливать печи, не поручать надзор за ними детям. А также необходимо, чтобы дымоход печи был очистился перед отопительным сезоном. На посту в день дознавателя 16 сотрудников, и в профессиональный праздник у специалистов дел не убавилось. Работа интересная и непростая. К примеру, двух одинаковых пожаров не бывает. В каждом случае своя специфика, нагрузка большая. В прошлом году было более 1500 происшествий. Работа дознавателя длится 24 часа в сутки. То есть он должен любое время суток выехать на пожар. То есть должен быть готов. То есть дознаватель должен быть мобильным. Есть свои сложности. То есть нужно определить причину пожара, нужно определить объективные доказательства того лица, в результате действий которого возник пожар. Пожаров у нас сейчас рост именно в Октябрьском районе, в Ленинском районе и Семидовическом. Лучший подарок празднику – отсутствие пожаров, поэтому дознаватели призывают жителей в этот морозный период не забывать об элементарных правилах безопасности. Павел Типографщик, Максим Сидичкин, Вести, Биробиджан.